Всех приветствую, друзья, на канале у себя. Сегодня мы с вами разберем, вернее, сегодня у нас на обзоре будет вот такой материал. Это у нас провод, провод серии MS-MC. Вот, этот провод прислал мне подписчик Виктор. Давно прислал уже, вот как раз только сейчас до него руки дошли. Вот такой вот провод, посеребрение содержит, либо посеребрение, либо серебро, то есть в оплеточке, вот такой вот. Видим, да? То есть все жилы белые, либо чистое серебро это, либо посеребрение. Вот как раз мы сегодня и будем смотреть, сколько содержит данный провод. Так, ну давайте сначала возьмем информацию справочную. Содержание провода, их очень много классификаций, и у меня где-то порядка 3 штук. Вот, но я вот одну из них сегодня мы с вами разберем, одну из них выбрал, так. Вот, содержание зависит от диаметра, то есть провода. То есть скачет содержание по классификации диаметра, поэтому давайте сейчас возьмем диаметр, сначала замерим. Это у меня здесь был штангель, вот он. Так, работы? Рабочий. Так, сейчас посмотрим, сколько он у нас. Замеряем, вот так. Так, ровно 1 миллиметр данный провод, соответственно, это в оплетке. Ну-ка еще раз, вот так. Да, 1 миллиметр в оплетке, соответственно, без оплетки он получается 0,08 миллиметра. То есть получается провод. Так, будьте добры, информацию по данному диаметру и классификации провода. Итак, что мы видим? MC-1613-008. Справочная информация по перечню содержания драгоценных металловых изделий. Провод монтажный. ГМ в скобках. Это, то есть, грамм. Указывается количество грамм серебра на метр. Не на навеску, а на метр погоны. То есть, вот. Итак, что мы видим? Золото отсутствует. Серебро 0,1497. Платина отсутствует. И МПГ, металлы платиновой группы, также отсутствуют. Вот такую нам информацию дает справочник. По данному MC-проводу. Так, ну, тут метры мы мотать не будем, просто сделаем навеску, то есть в граммах. Он как бы порезанный провод, поэтому тут метры не намотать никаким образом. Вот, поэтому мы сейчас сделаем с вами навеску и узнаем. Сейчас я поставлю весы, потому что на маленькие весы он не залезет, вес будет пушиться и вес будет неточный. Вот, так, включаем. Так, высыпать тоже не буду, в принципе, тут пакетик он ничего не весит. Так, 0 грамм и ложим. 99 грамм, ровно. То есть, ну это в оплетке он, там оплетка, я думаю, где-то... Ну, без оплетки, я думаю, смысла нету взвешивать. Она там, ну сколько ее там, 2 грамма будет этой оплетки. Вот, возьмем за основу 99 грамм данного исходного материала. Так, тогда я сейчас камеру назад поправлю. Вот так. Тогда я сейчас перебазируюсь на улицу. Оплетку эту будем снимать через обжиг, потому что отдельно ее снимать, но это, то есть, он настолько тонкий, очень неудобно снимать данную оплетку. Вот, поэтому я сейчас перебазируюсь на улицу. Вот, подготовлю весь свой нужный инвентарь для работы. Ну и тогда встретимся с вами на улице. Итак, друзья, прожег я наш провод и поместил его вот бокальчик весь. Сжег обычной горелкой газовой. Всю оплетку эту сжег. Такой запах у этой оплетки, как будто серную кислоту кипятили. Вот. Будем травить сразу через азотку. Здесь у меня химически чистая 57%. Но если такой нету, ребят, ничего страшного. Самоделка тоже с таким проводом справится, потому что посеребренка здесь тоненькая. Вот. И самодельная азотка также, ну, справится с ней. Немножко подольше просто будет работать. Вот. Так, ну здесь 100 грамм у нас было. На 100 грамм 250 миллилитров точно уйдет. То посмотрим, сколько уйдет. Я думаю, 250 точно уйдет. 250-300. Здесь у меня сколько? 150 грамм я налил. Не подогревал. Сразу залил. Все 150. И поставлю на плиточку. Реакция сразу запускается. Моментально он на проводе. То есть сейчас азот он разогревается. Стакан 2-литровый. Вот. Да я не думаю, что с серебра будет сильная прям реакция такая. Навряд ли. Сразу вырабатывается диоксид азота. И уходит в выдержку сразу. Моментально. Ну, такое травление началось, травится бурно, активно. Ну, тогда как весь проводочек наш протравлю, тогда уже включусь. Я думаю, быстро раздолбает, посеребренка тонкая очень.
Итак, друзья, протравился наш проводок очень быстро, буквально за 10 минут. Вот такой насыщенный растворчик меди и серебра. То есть сверху плавал хитрый пластик, то есть весь мусор, который, ну, вся вот эта оплетка, которая не дождалась, она сразу вся наверх всплыла. Вот, так, азотки у нас ушло, ну, вот 300 мл и ушло, чуть даже больше, 320 где-то на 100 грамм данного провода. Значит, это концентрированные самоделки, значит, ушло бы где-то, ну, где-то миллилитров 400, скорее всего. Так, ну, давайте разбавим водичкой, здесь водичка у меня тепленькая. Разбавим водичкой, 100 мл залил водички вот так вот. Вот, и здесь у меня солянка. Солянка здесь самоделка, 50 мл я налил, этого будет вполне достаточно. Вот, приливаем, смотрим. Как видим, наш растворчик прям так хорошо насытился хлоридом. Значит, серебро, содержание здесь хорошее. Размешаем сейчас его. Вот так вот. Вот. Ну, и здесь у меня немножко осталось. Проверяем, если ну, еще хлорид. Нет, солянка сразу вся желтеет. Добавлю еще, все, вылью все 50 мл. Ну и все, поставлю, пускай она стоится, хотя бы с часов где-то. Вот, ну и потом дальше с вами продолжим. Остался наш растворчик, вот такой красивенький он, хлорид у нас весь осел на дно, стоял, конечно, он не час, а сутки, я его поставил, думаю, а, пускай отстаивается. Вот, растворчик чистенький, весь хлорид больше не плавает, отлично, просто давайте еще проверим соляночкой, немножко подольем, посмотрим, есть ли в растворе еще серебро. Не, солянка он желтеет. Так, отлично, тогда сейчас я этот растворчик солью и кипяточком промою наш хлорид, ну и тогда уже включусь. Итак, друзья, промыл я наш хлорид, вот такой вот он чистенький, кипяточки его вообще отлично скомкал, прям отлично просто. Промывал где-то, наверное, раз 5 кипяточком, он пар до сих пор идет. Вот, и немножко даже вон на солнце начал он потихонечку восстанавливаться, по чуть-чуть. Вот, даже еще раз надо промыть. Теперь я вижу, а, нет, отсвечивает, я думал синева, то есть не, плохо промылось, это отсвечивает. Так, нальем сейчас сюда солянки, 10 мл для ускоренной реакции. Ну, можно не подливать, она и так восстановится на алюминии. Вот, но я всегда подливаю, то есть побыстрее, чтобы все равно потом чисто будет. Комочки сейчас разбиваем все вот эти, вот так, и закидываем. Алюминий. Обыкновенная полоса, я даже не знаю, чего это такое. То есть я его использую уже, я не знаю сколько, то есть такая толстая. Вот. Никакой не СССРовский, просто полоса, кусок алюминия. Закидываем его сюда. Ну и все. Пускай вот это восстанавливается. Он, видим, сразу зашипел он потихонечку. Это потому что подлил солянки. Вот, можно еще, пока на улице солнышко, хотя вот тут лучи есть, вот сюда можно на солнышко поставить, еще быстрее серебро восстановится. Вот. Ну тогда как все, серебро восстановится на алюминий, я тогда его почищу, соляночки прокипячу. Ну и тогда уже включу с вами. Ну, сразу на подсчетах встретимся с вами. Потому что тут, ну, быстро, я думаю, за полчаса весь этот хлорид восстановится. Вот, потом его в солянке обязательно надо почистить, потому что там будет присутствовать немного алюминия. Плюс я подозреваю, что там еще чуть-чуть меди есть. Вот, и в соляночке прокипячу. Ну, и тогда с вами сразу на подсчетах встретимся. Итак, друзья, доработал я наш осадочек. Вот такой вот он чистенький, красивенький, беленький. Серебро восстановилось отлично. Вот, и также я его почистил солянки, как обычно, как и золото я чищу. Также я чищу и серебро. То есть осадочек не прилипает, скользит по стеклу. То есть и отлично скомкался. Так, ну давайте посмотрим все-таки. Взвесим, узнаем, сколько в данном проводе содержания. Так, включаем. Возьму подложечку вот эту, потому что в тигелек не влезет. Ставим. Оттариваем. И высыпаем. Вот так. Так, ну все, бокальчик чистенький. И вот такое вот содержание. 20 грамм, 37 миллиграмм. На самом деле отличный просто провод. Ровно 20%. С учетом угара, если сплавить, как раз вот эти 0,37 пойдут в угар. Хороший провод MC с диаметром 0,08 миллиметра. Хорошее посеребрение, очень хорошее. Ну вот такой вот ролик, друзья. Вот такой вот. Выход, травится очень быстро этот провод, то есть на килограмм получается 200 грамм, то есть вообще отлично с ним работать, очень быстро травится, можно и по 5, и по 10 килограмм травить сразу, то есть реакция не сильная. Вот, ну вот такой вот ролик, друзья, всем, кому понравилось, ставим лайки, кому не понравилось, ставим дизлайки, но кто нейтрально относится, ставим средние лайки. Всем удачи, всем пока.